Друзья, всем привет! Сегодня у меня на тесте необычный автомобиль и, более того, это горячая новинка. Новый электрический кроссовер российской марки Evolute. Называется он Evolute iJet. В сети много обсуждений на тему, что это за машина, но я скажу вам очень просто. Эта машина – это Dongfeng. Неважно, какая череда производств, брендов и так далее, она вообще под разными брендами в Китае выпускается. В том числе она выпускается под брендом Seres. Seres Series 5, Seres SF5 и так далее. И в этой машине тоже можно найти и табличку с клеймом и основного изготовителя, и надписи Seres. Вот эта машина из всех китайских машин, на которых я ездил, она реально лучшая. Дизайн автомобиля, он на удивление неплох, хотя он не решен в традиционном таком ключе рубленных форм там и так далее. Ну вот Zeekr, если вы возьмете, например, схожий автомобиль, но по концепции, по конструкции, но немножко совсем другого дизайна. Тот под ламбу, а этот типа под Porsche. Ну и от Porsche здесь тоже есть одна деталька, смотрите какая. Дверь задка у нас открывается вот такой кнопочкой, прям как на Porsche. Но компактный багажник, достаточно узкий и высокий, это в принципе не главное достоинство этого автомобиля. Начнем с того, что исходный автомобиль в Китае бывает в разных модификациях. Он бывает гибридный, бывает электрический. Поэтому, когда начали выпускать Evolute, многие написали, что это гибрид. Наш Evolute из Липецка – это чистый электромобиль, у которого два электромотора. Основной на задней оси, второй мотор спереди. Батарея имеет емкость 80 кВт-час. Мощность двух электродвигателей 430 кВт. Ну, то есть 585 лошадиных сил. Но это в пике, ребят. Это только пик. Всегда запоминайте, это пик. Пиковая отдача. Ну и также максимальный крутящий момент 950 ньютонов. То есть вот этот автомобиль не маленьких размеров, да, 4,7 метра такой, ну прикольный. Ну, я бы сказал, что это хэтчбэк, но кто-то скажет, что это кроссовер. Ну, клиренс 18 сантиметров, друзья. Когда мы вот, если будем изучать то, что там снизу, плоское днище и так далее, мы можем обнаружить гораздо более интересную деталь прямо при визуальном осмотре автомобиля. Это, посмотрите на переднюю подвеску. И это, ребят, уже не какой-нибудь там просто Макферсон. Это такая нормальная подвеска на хороших алюминиевых рычагах. Сверху рычаг, то есть даже вот визуально и конструктивно этот автомобиль напоминает нам, ну не то чтобы слово премиальные автомобили, хорошие автомобили, нацеленные на быструю езду и к ней готовые. Что получилось у Evolute, ну точнее у Seres или Dongfeng, не знаю, напишите как правильно. В общем, для меня это Evolute iJet. Давайте посмотрим, вот когда мы подходим к машине, да, ручки открываются сами, тянем. И главное, что тут нет кнопки запуска, потому что только ты в автомобиль сел, он уже сразу готов к движению. Мониторинговая система в слепой зоне закрывалась. Вообще, кстати, здесь вот немножко я опережу события. В общем, здесь, на удивление, неплохая локализация. Как так вышло, не понимаю. Видимо, я слышал от коллег из Моторинвеста, что российские программисты работают, в том числе и над телематикой. Возможно, они же и перевели вот этот гигантский мультимедийный центр. Ну, а пока, что искать? Посадка в iJet, в общем-то, абсолютно европейская. И кресло даже есть с намеком на боковую поддержку, друзья. Дизайн салона мне нравится. Тут нет лишних кнопок. Да тут вообще нет кнопок, кроме стеклоподъемников и аварийки на потолке, друзья. На потолке. Остальное здесь на большом экране. Ну, наверное, отдельный фильм про него снимать можно. В принципе, здесь все настраивается, просто надо привыкнуть к тому, что все настраивается здесь. Но нормальная логика, все нормально, но это все годами уже отработано и на Теслах, и на других машинах. Главное, все по-русски, все понятно. Можно даже выбрать звук, как предупреждать пешеходов. Вот такое сейчас вытье. Какую музыку им играть, смотрите, давайте лес. Здесь настраивается все, режимы вождения и так далее, об этом поговорим. Но главное, что здесь человеческая посадка, друзья. Это прям, это очень приятно. И что очень прикольно, что здесь не стали играть в какой-то супер премиум, парни из Evolute.
сервиса Донгфенга. В общем, они не встали. То есть, и это, кстати, как раз как создает ощущение премиальности, да? Они не стали кичиться и делать там какой-то супер навороченный псевдоматериал, а наоборот. Вот селектор кирзовый, кстати, как на Audi, между прочим, да? То есть там тоже это любят такие материалы. То есть здесь они не броские, да? Они не пытаются выглядеть супер богато, но они очень-очень приятные, на ощупь такая нежная кожа. Вставка под дерево, гулкий пластик, впрочем. Но в целом все очень-очень добротно сделано. А какая замечательная крыша над головой. Ну, это скорее вот такой полезный аксессуар, тем более, что она не открывается. Ну, в общем, посадка человечья, дизайн салона хороший. Вот только руль такой здоровый, не знаю, зачем он такой большой на таком автомобиле, в котором есть трековый режим. Смотрите, режим спорт. Давай трек мой верни. Давайте гоночный режим. И в этот момент у нас еще панель вот так озарит. Он мне спереди здесь немножко вызвало недоумение. Это конструкция противосолнечного козырька. Я сначала подумал, что это вообще такая заглушка прилеплена. Смотрите, надо ее вот так подковырнуть. То есть, если вы такой же чумазик, как я, там любите с железками повозиться, то вот здесь скоро будет такое все грязное, 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 грязное. Посмотрим, что сзади, ну и поедем уже кататься, тем более нас ждет еще один эволют, модель iSky. Место для ног здесь прилично, колесная база, как это, существует, и при общей длине 4,7 метра, очевидно, мы можем рассчитывать на некий простор для пассажиров сзади. И даже не знаю, какого надо быть, чтобы спереди сидел человек высокий. У меня сидит человек 1,80 м спереди. И я вот так могу вальяжно сидеть прям нормально. Давайте посмотрим, что у нас со спинкой. Регулируется ли угол винаклона? Нет. Не, ну в целом нормально. Но я бы хотел, конечно, возможно, завалить немножко сиденье назад. Но мне кажется, это было бы логично иметь такую регулировку. Тем более в таком недешевом автомобиле 6,5 миллионов рублей. Оси, конечно. Материалы мне нравятся, все с подсветочкой, конечно. Интерьером мне здесь, в принципе, все нравится. Ну что, давайте кататься, посмотрим, как эта машина едет. Ведь это самое главное. Так, друзья, начинаем движение за рулем iJet, Evolute iJet, по ассистент. В общем, много всего, в чем предстоит разобраться. Поэтому пока мы катимся в экономичном режиме и, собственно, какие-то свои впечатления первые составляем. Для начала мы постараемся понять, что у нас за режим стоит. Вот здесь он так просто выбирается. Нам нужен, конечно же, режим для начала экономичный. Потом мы будем персонализировать, настраивать максимальную рекуперацию. Но пока видим, что здесь все достаточно у нас просто. Есть разные иконки, центр управления. Есть рекуперация, можем здесь все вывести. Напоминает чем-то вот похожим образом автомобили Volvo настраивались, но здесь, мне кажется, все попроще. Можем вывести недостающие иконки сюда, можем, ну, добавить виджеты на большом таком экране. Ага, режим рулевого управления. Ну, в общем, все здесь можно настроить. Режим скользкой дороги есть. Так, автоматическое включение энергосбережения. Полезная вещь. Освещение нас сейчас волнует меньше. Есть система предупреждения, автоматическое экстренное торможение, вперед-назад. Можно даже ESP отключить, смотрите, ничего себе. Интеллектуальное управление в туннеле. Вот это да. А главное, что следует знать, сейчас у нас 91% заряда батареи, 441 километра пробега, и сбоку иконочка VLTP, то есть нам система как бы намекает, помогает ориентироваться, говоря о том, что это не абы какие 440 километров там по циклу NETC или типа того, а это честный VLTP. Что это? Вот, круговой обзор, смотрите, можно включать, наблюдать, вообще как здорово. Широкоугольный, обычный, наверное, можно и селфи делать, я думаю. 3D, смотрите, как он едет. Вот это да. Под машиной как будто бы беговой барабан. Ну, баловство, конечно. Ну, а пока могу сказать, что, в принципе, на этом автомобиле вот по городу можно ехать в одну педаль. То есть мы сбрасываем газ, и автомобиль интенсивно замедляется. Тем самым у нас происходит рекуперация, накопление энергии в батарее. Сейчас мы движемся в красивое место. Оно находится за городом, а это означает, что мы выйдем за город и обязательно попробуем эффективно, быстро стартовать на этом автомобиле и тем самым оценить его динамику. Для этого у нас есть специальный
специализированное устройство. Сколько здесь еще настроек, ребята? Да тут можно настраивать и настраивать. И главное, все такие иконки, как знакомые по Андроиду, вроде бы на первый взгляд, галерея прям один в один, как у Гугла, да? Здесь вообще у нас никаких кнопок нету, да? То есть у нас все через экран. Кому-то, конечно, это может быть не очень, но сейчас все машины к этому идут. Хорошо, хоть панель приборов нам оставили. Сиденье у нас, кстати, мы можем включить массаж. В режиме энергосбережения все. Настройка отличная. Вот он прям вытормаживается, и тем самым мы копим энергию. Контроль сиденья. Давайте массаж, что ли, включим. Попробуем. Можно волной, лапочкой, пяточкой, горячими камешками, наверное, да. S-форма бабочка. Ну, чтобы давайте лапочкой. Круговое движение, первый съезд. Подвесочка. Не сказать, что прям зубодробильная, комфортная, энергоемкая. По крайней мере, вот здесь в городе мне все пока нравится. То есть нету вот бум-бум-бум. Ну, вообще-то автомобиль, как мы знаем, имеет восточное происхождение, несмотря на российский логотип. И наши восточные друзья, они любят комфорт. И поэтому неудивительно, что здесь с комфортом тоже в порядке все. Так, здесь мы можем видеть статистику энергопотребления. Видим, что вообще-то средний у него вот за его 1600 километров пробега текущий, да, у него 24,3 киловатта, ну, это не очень много. Мы сейчас едем 28 киловатт, но это потому, что мы сейчас один раз нажали в пол, и этого, ребят, достаточно. Среднее вот за всю жизнь 21,3 киловатт часа на 100 километров потребления. Ну, не сказать, что это прям мало, но и супер много тоже не назвать, потому что там e-tron у меня и 50 там кушал охотно, то есть, ну, электромобиль, ну, нет смысла вообще приобретать. Если вы хотите на нем экономить реально, да, то это должно быть ответственное какое-то вождение, хотя бы в общем приближении, да. Это не только газ-пол все время, это другая манера езды, в которой вы сможете извлекать максимальный запас хода и тем самым получать максимальное преимущество от электромобилей. Что касается шумоизоляции, то здесь, в общем-то, она тоже не безупречно, это я слышу даже сидя спереди. Шершавый асфальт, я чувствую его шершавость просто визуально, так сказать, аудиально. Вот, плюс шторки здесь сходу нет. Крыша сама по себе не затемняется, просто затонирована. Ну а с остальным уже начиная со скорости где-то 80 км в час. Вроде бы тихо, но ветер все-таки слышно. Так, пока подготовимся к старту, значит, индивидуальное вождение, персонализация, максимальная рекуперация, режим ускорения вежливый, стандартный или спортивный. Ну, понятно. Ого, потащило куда-то сразу. Так, ну и расход, я думаю, в этом режиме тоже выше. Ассистент контроля в полосе действует ненавязчиво. Ну, в общем-то, здесь нет, конечно, в этом ничего сверхъестественного. Мы привыкли это уже на более дешевых автомобилях, чем вот такой вот Эволют. Управлять видеорегистратором можно с руля, то есть прям сделать фото, нажав вот эту кнопочку, нажав руль. Вот, можно эту функцию переназначить, аварийная запись, сделать фото, отключить звук, вот эту кнопку переназначить. Допустим, у нас сейчас фото, значит, мы нажимаем, фотография сделана, нажмите на фото, чтобы проверить. То есть мы можем зайти и в любой момент просто фотографировать, представляете, при помощи автомобиля, это же круто. Давайте посмотрим, где это у нас, что у нас там получается. Видеорегистратор. Фото, давайте посмотрим наши фотографии. Ну, нехорошо, конечно, на ходу это делать, но вот смотрите, вот они. Прям можно ехать и все фотографировать. По-моему, это очень круто. Автомобиль, фотоаппарат. Можно на Тесла где-то еще бы там на современных электромобилях такое уже видели, но я не видел. При нажатии на газ, конечно, не вопрос. Тащит вперед уверенно. И до лимитов доходить, как бы, ну, понятно, очень просто можно превысить разрешенную скорость и улететь, как говорится, не в ту степь. Но мы этого делать не будем. Нам нужно сохранить запас хода, ведь мы на автомобиле не просто гоняем, а путешествуем.
Ну-ка, давайте хотя бы тормоза посмотрим, что с тормозами, потому что разгоняется-то понятно. Да нормально. И тормоза есть, в общем-то, и чувствуется и рекуперация. Ну, более подробно, конечно, насколько тормоза производительные, мы сможем понять только на гоночном треке, где-то на площадке с конусами, там, с замерами тормозного пути. В принципе, вот эта штука это может делать, но мы не будем сейчас машину экстремальными режимами мучить, потому что не в этом суть нашей поездки. Хочется для начала просто понять, как он едет, какой настрой этого автомобиля, каков его характер. Единственное, чего я, пожалуй, не вижу, это инструкции по эксплуатации где-то здесь в меню, чтобы нам помогло разобраться наконец. Но пока могу сказать, что катится автомобиль неплохо. Вот как большая машина, двухрычажная подвеска, идет автомобиль достаточно благородно. Нельзя сказать, что как-то прям супер жестко там, да. Ну, во-первых, точно чувствуется вот низко по электромобильному расположен центр тяжести. То есть даже несмотря на то, что шасси как бы немножко допускает какие-то крены, у вас все равно чувствуется, что все у вас находится там внизу под днищем. Аварийка на потолке, смотрите у нас. Смотрите, режим поездки у нас гоночный. В гоночном режиме он выключает рекуперацию. Это должно нам помогать. Так, друзья, сколько едет до сотни Evolute iJet? Погнали! Четыре шесть. Без проблем выдает нам. 430 киловатт. Давай, погнали! И 950 момента у нас. Ну вот 4,6 стабильно мы попадаем в эту цифру. Учитывая то, что здесь то ли в горку мы едем, то ли еще как-то. Разница 0,6 секунды с паспортом. Ну что ж, это не так страшно. Наверняка можно показать цифру лучше. Что касается управляемости, то руль все время здесь легкий и как бы... Не то чтобы пустоватый, на нем достаточно много обратной связи, и малейшее отклонение, оно вызывает изменение траектории. То есть он чувствительный, да, но он реально легкий и какой-то немножко пустоватый. Вот. Но давайте посмотрим, насколько это будет мешать или наоборот помогать в реальной жизни, потому что сейчас это пока не очень понятно. Так, что у нас здесь? Ребятки едут. Тормоза. Смотрите, вот нет такой ступеньки, когда у нас рекуперация переходит в торможение. То есть здесь вот это все достаточно согласовано, хотя нету вот такого резкого ударного замедления. Но это, в принципе, на многих электромобилях. При том, что, кстати, у нас стоит гоночный режим, в котором у нас минимальное энергосбережение. Давайте мы попробуем в режиме максимального энергосбережения попробовать в нем тормоза, как они будут себя вести. То есть, ну, понятно, педаль газа уже по-другому реагирует. Да, здесь больше рекуперации, конечно. Режим максимальной рекуперации, на мой взгляд, наиболее эффективен для... электромобилей, потому что, ну, энергию из них высосать очень просто, поэтому нужно думать и о том, как ее в них добавить. Вот сейчас мы ехали, сделали несколько лончей, там, да, там, с десяток, показали результат, близкий к паспорту, но при этом у нас запас хода упал на 100 километров сразу, понимаете? Было 411 километров и 900, 90% энергии. Сейчас у нас осталось от этих 90% уже 72, и запас хода всего 346 километров. То есть это, в принципе, все, что нужно знать про электромобили в том ключе, что если на них ехать как на спорткаре, то и энергия будет расходоваться как на спорткаре. И никаких чудес здесь быть не может. Катится, конечно, тихонько, на небольшой скорости начинает делать для пешеходов. Прикольно. А в городском режиме можно вот реально тормозом практически не пользоваться. Рекуперация – это великая вещь. Ну, скажу, после таких через там активных разгонов рекуперировать там 10, 15, 20 километров пробега несложно. А рекуперировать сотню – вот это задача. Подвеска здесь по жесткости, насколько я понимаю, не регулируется. Хотя, наверное, это то, чего вот лично мне бы хотелось, чтобы были электронно управляемые амортизаторы, а не только настройки непосредственно
вот алгоритмов, да, и того, как работают электромоторы. Едет iJet совсем по-другому, не так, как, например, Jaguar I-Pace или Audi e-tron. Он, ну, не то чтобы он был как-то проще, но мне кажется, что он как минимум мягче. Что-то никто не останавливается у стоп-линии. В наше время молодежь пошла не та. Так, что тут у нас? Ох, какие тут ямища. Бум-бум должно быть. Нет? Нет, нормально. Смотрите, вот, а подвесочка вот благородная. Благородно работает, да? То есть вот все мягонько, комфортно. Вот, перевалились, но без ударов пассажиров. Это, конечно, здорово. Едет вполне достойно. Ну, конечно, если мы сравним с Тайканом, я скажу, что тормоза здесь не как на Тайкане, но они нормальные есть, и от этого автомобиля вполне получаешь то удовольствие, которое ты привык получать от мощного электроавтомобиля. Так, вот, друзья, нашел я спортивный режим рулевого управления. Поверните налево. Но кажется мне, что загущает он чуть больше, чем надо. Ух ты. О, да ладно, не, на самом деле хорошо со спортивным режимом. Нам главное здесь не проехать мимо нужной точки и не шалить там, где не положено. Мы въезжаем все-таки в заповедник, так что сбросим скорость до 20 км в час. Ну и дальше будем двигаться на этом режиме пока. Давайте нам энергосбережение. Через 100 метров поверните направо, во двор. Поверните направо, во двор. И вот забавно, что не надо ничего вообще выключать здесь, да? Вот ты приехал, все, тачку бросил, паркинг поставил, ушел, все, она выключилась. Все очень просто. Смотрите, асфальт с ямками. Но я уже вам сказал, что подвеска здесь не абы какая, а вся достаточно грамотная, на двойных рычагах спереди, сзади многорычажка. Все это выглядит прям очень-очень достойно и едет так же. Смотрите, как здорово здесь работает подвеска. Вот лежачий полицейский впереди, мы перед ним тормозим, он очень высокий, тормоза отличные. Смотрите, как мягко. Тут, ну реально, это, блин, работа подвески просто шедевральная. Ни на одном китайском автомобиле ничего подобного, ни по тормозам, ни по подвеске я не видел еще вообще в принципе. Ребят, это классный автомобиль, очень здорово настроен, у него еще, смотрите, тормоза есть. Нормально вообще просто, и тормоза, и динамика, очень здорово настроена машина. ЕС, там такие ямищи, блин. У меня бы даже сейчас на Peugeot прям бум-бум было бы. Смотрите, как мягко и плавно автомобиль это преодолевает. А поворотик. Опа! Да ладно! Вы видели? Он, казалось бы, сначала уперся вот левым внешним колесом. Машина накренилась, да, но получился выворот колес. Но под тягой она все равно зашла. Зашла куда нам надо. И зашла, я сказал бы, очень быстро и с ускорением. Конечно, здесь еще у нас факторы. Там классная резина Pirelli стоит. Немалую роль играют здесь, конечно, и шины. Да, на таких машинах должны быть хорошие шины, потому что это мощная машина. И зацеп зависит не только от подвески, поэтому здесь достаточно низкопрофильные шины. Спереди 255/45R20. Давайте посмотрим, что сзади. Такой же, скорее всего, размер, да? Да, тоже 255/45R20. То есть разношинец тут нет, и это хорошо. Шины Pirelli P-Zero. И не простые, а электрические. Вы видите надпись «Elect». То есть эти шины специально сделаны для электромобилей. Что это значит? Ну, прежде всего, что в электромобилях мы знаем основной источник шумового загрязнения. Это непосредственно шины. Шум шин, поэтому там внутри напихана специальная пена. Ну, не напихана, конечно, там высокотехнологичное нанесение специального материала, которое, собственно, позволяет снизить шум от шин. Довольно-таки свежий асфальт, то есть хороший держак у нас определенно, но... Автомобиль не выглядит коровой, да, при нажатии на газ чувствуется его, все-таки то, что он полноприводный, с заднеприводным акцентом, и пусть эти реакции, может быть, и не в стиле Porsche, например, который бы сразу нас бы вот так, хоба, кормой довернул бы, и мы бы чувствовали, да, все здесь, здесь нет регулировки подвески, здесь все настроено, наверное, на комфорт, но этой управляемости, поверьте, вам хватит. Ни на одном китайском автомобиле я еще ничего подобного, ни по подвеске, ни по тормозам, ни по работе рулевого управления я еще не встречал. Конечно, у меня не такой большой опыт
с китайскими автомобилями дружбы, но, ребят, это прям машина, что называется, радует. Я вот боялся, а вдруг она меня разочарует. И у нас есть три режима рулевого управления. Комфортный, в котором, я говорил, руль такой прям пустой-пустой. Стандартный, в котором все чуть-чуть так более вязко. И спортивный, в котором такой тяжесть появилась. В принципе, самый честный режим на этом автомобиле – это комфортный. Да, руль здесь излишне легок, и при быстрой езде это может сыграть злую службу, потому что вы его сильно повернете где-то излишне, да, и ну, не ощутив вот этой обратной связи, он очень легко поворачивается. Но с точки зрения частоты передачи вот именно обратной связи, этот режим самый прозрачный. Остальные, они как бы это все загущают, то есть, да, с точки зрения вот спокойствия езды проще именно в спортивном ехать на больших скоростях, ну, или оставить стандартные. Но вот с точки зрения обратной связи это ничего уже не прибавляет. Мы считаем, что хорошо заходит персонализация режима, потому что в нем я могу выбрать не только нужный мне тип усиления руля, но и высокую рекуперацию одновременно с высоким режимом ускорения. Потому что в гоночном режиме рекуперация отключается. Ну, понятно, да, максимальная отдача, чтобы ничего не мешало. А вот, друзья, выехали на асфальт, на другой шершавости, и в салоне стало заметно тише. Все равно вот какой-то ветер где-то слышен, но вот здесь ехать, даже если мы разгонимся, сколько здесь разрешено, или даже чуть быстрее, все равно, в общем-то, у нас будет достаточно неплохое звуковое сопровождение. А вот смотрите-ка, давайте попробуем обгон. Ну, ребят, конечно, это сказка, просто обгонять можно очень здорово. То есть, в принципе, получается, что можно от этой машины добиться запаса хода в районе 300 километров, периодически педалируя, как вам нравится. Ну что ж, по-моему, нормальный вариант. Особенно, если вы живете в Липецке, и у вас есть возможность приехать на новую быструю сберовскую зарядку, 150-киловаттную, и зарядить этот автомобиль от 20 до 80% всего минут за 40. Ну, по-моему, здорово. Давайте, вот обгон, конечно, сильная сторона электрокаров. Ну, просто выстреливает, как из пушки. Вот похожие ощущения в прошлый раз у меня были на Porsche Taycan, между прочим. То есть, независимо от скорости, получается, что вот тот ветерок, который вы слышите уже на 80, он и на 180 будет примерно таким же. Кто-то спрашивал из вас в комментариях, что там с батареей. Ну, естественно, жидкостное охлаждение вот такой батареи. Ну, было бы удивительно, если бы его не было. Батарея лифия по 4, литий железофосфатная, классический вариант для таких автомобилей. Но, скажу я вам, у Сериса, ну, то есть, получается, как бы и у Эволюта, в арсенале есть и более современные батареи, там примерно такая же емкость, есть и 91 киловатт-час, и 81, и 80, которая вот здесь стоит. Вот есть более современные батареи, в которых не используется кобальт. Еще один нюанс, все-таки есть реакция на боковой ветер. То есть на колейку даже в меньшей степени, но боковой ветер существенно вас сдувает, если вы, ну, особенно ездите очень быстро там. Есть вот, но ветер, правда, сейчас очень сильные порывы. Ну, то есть это относится, в принципе, к любому автомобилю, но должен это отметить, что вот реакция здесь такая есть. Дорогой на ней мы можем реально объезжать даже яму, потому что мы видим, что автомобиль управляется вполне себе, то есть довольно четко срабатывает система стабилизации, то есть, в принципе, я думаю, что лосиный тест у вас тоже пройдет на ура и с очень хорошими показателями. Но надо сказать, что для многих электромобилей это данность, потому что хорошее шасси, да, делают машину, чтобы она понравилась водителю. Все-таки низкий центр тяжести можно использовать и в позитивном ключе с точки зрения управляемости всегда. Удивительно, что мы сейчас говорим про автомобиль не привычных нам брендов, а китайского бренда, и мы не делаем ему никаких скидок на происхождение. Смотрите, как шикарно он стоит на дуге. То есть, да, не жесткая подвеска, но машина идет великолепно. Вчера мы открыли зарядную станцию, первую в Липецкой области. И уже сейчас мы видим здесь и Тесла заряжается, и Зикар. У людей
есть интересные автомобили. И здесь в Липецке скоро станций будет уже 11 в одной только Липецкой области. И я уверен, что и другие регионы России будут этот передовой опыт перенимать и развивать. А это значит, что электромобильность в России будет развиваться. Это касается не только появления новых крутых автомобилей, таких как Zeekr, Tesla или вот этот замечательный Evolute iJet, но и инфраструктуры. А когда все будет развиваться вместе, будет достигаться синергический эффект. Ну, друзья, вы, наверное, хотите знать, а как же так получилось, что китайцы сделали автомобиль, которым я вот столько времени уже, ну, не то чтобы восторгаюсь, но, откровенно говоря, его хвалю, и он мне искренне нравится, да. Если мы проследим судьбу этой модели, да, то мы откатимся от российского бренда Evolute к бренду Seres, от бренда Seres мы откатимся к тем компаниям, которые его основали, это Sakon Group, мы дальше по цепочке попадем к Dongfeng Motors, то есть это крупнейший автомобильный бренд, и конкретно марка Seres, это результат приобретения вот по этой цепочке компании Sakon Group, американского стартапа, а также бывшего завода компании AM General, где собирали внедорожники Hummer. Вы представляете себе? То есть изначально этот бренд создавался не просто так, а с целью присутствия на крупнейших мировых рынках. Европа, Соединенные Штаты Америки. И, естественно, вот сама идея, концепция этих автомобилей, она была разработана, исходя из лучших мировых аналогов. И тоже не абы кем. Первым топ-менеджером Seres стал Мартин Эберхарт. Это один из двух сооснователей компании Tesla, небезызвестный, который хотел создавать лучшие электромобили еще до того, как к делу вообще как-то присоединился Илон Маск. Потом Мартин долго судился с Маском, собственно, за то, что тот выгнал его из Теслы. Ну, там Маск сказал, что я не вижу для этого чувака роли, хотя он и основатель, потом там были какие-то судебные дела, но тем не менее, то есть чувак организовал свой стартап по производству еще более крутых там электрических технологий. Его нашли китайцы, они все это проспонсировали, они наняли кучу людей, которые работали в разных крутых автомобильных брендах мира по части электрики. То есть этот автомобиль, он изначально разработан как топовый электрокар. То есть у него специально созданная платформа. Под эту платформу изначально подобраны хорошие подвески. Да? Здесь более того, компания Seres, она выпускает электродвигатели, генераторы, батареи. А батареи, кстати, мы знаем, что производятся сейчас Dongfeng совместно с Катлом. Но какие именно батареи здесь? Ну, не уверен, что это катловские батареи. Но, тем не менее, это серьезное производство, да. И целая сеть производств – это различные производства в Китае. Это научно-исследовательские центры в Америке. Ну, небольшие R&D, да, но они исследуют, разрабатывают в Америке и в Японии. И штаб-квартира Seres тоже расположена не где-нибудь, а в Калифорнии. И, собственно, Силиконовая долина, она, собственно, зашифрована в буковке S в названии бренда Seres на первом месте, между прочим. Вот, исходя из всех вот этих данных, можно понять, как произошло, что такая машина появилась. То есть китайцы поняли, что им нужно, на какие рынки им нужно выходить и с каким продуктом, да, они с этого начали. Они поняли, что мы хотим на рынке США и Европы. А это значит, что электромобиль должен уметь то-то, это и пятое, и десятое. Должен соответствовать таким-то требованиям. У него должна быть такая-то техника. И они все это сделали. То есть я вот читал такую интересную тему, что в ходе разработки вот различных моделей Seres инженеры, которые над ними работали, получили то ли 1000 патентов, то ли 1500 патентов не только в Китае, да, но и международные и американские патенты. То есть это прям серьезная большая работа, и она чувствуется, ребят, она чувствуется каждый момент, когда я еду на этом автомобиле. Сказать, что он идеален, нет, я такого не скажу, но мне кажется, что и цели такой не было, потому что если сейчас в России эта машина стоит там 6,5 миллионов рублей, это сколько там, ну, условно, 65 тысяч
долларов или меньше. Но посчитайте сами по тому курсу, который у вас сейчас там перед глазами. Получается, что это не самый вообще дорогой электромобиль, да, но он очень добротный, он не пытается казаться круче, чем он есть, и при этом он реально отличный, крутой, и в этой его вот какой-то неброскости и отсутствии нарочитой бездумной вычурности, ну, я вижу только достоинство. Еще одно достоинство, конечно, то, что машина представлена в России под маркой Evolute, потому что это автомобиль, получается, ну, липецкой сборки, как минимум, это хорошо для нас, это рабочие места. Это машина, которая имеет гарантию от производителя. Ну, конечно, если бы в России начали продавать официально Сиэросы, а может быть бренд Айта, это, собственно, такие же автомобили, только сам бренд Айта был создан Донгфенгом и Хуавеем вместе, и совсем недавно, в июне, кажется, 23-го года, Хуавей этот бренд выкупил, но выкупил-то он, опять бренд, название, не завод. Независимо от бренда, но здорово, что бренд российский, здорово, что машина продается, на нее есть гарантии, и вот лично я считаю, что если вы хотите познакомиться с современным правильным электромобилем, в котором все работает. Это важный момент. Здесь, получается, у вас нет ничего лишнего. Есть хорошая машина с шасси, с хорошо настроенным шасси, с хорошо настроенным приводом. Люди пишут, ну вот машина настроена на комфорт, и поэтому она вот не рулится, не тормозит, но на комфорт, на ровной дороге, вот хорошо. Респект, зачет, там все, отчет, отчитался о публикации. Здесь, как у нормальной машины, качественной, да, не будем говорить о ее национальной принадлежности, понятно, о чем идет речь, что здесь сочетается и комфорт, и управляемость. Да, это может быть не гоночный автомобиль, то есть Тайкан можно, например, назвать спокойно спортивным электромобилем. Да, вот этот автомобиль может быть не спортивный, но его спортивности, вот я отвечаю, хватит за глаза даже тем водителям, которые считают себя энтузиастами. Ну, не для психов, конечно, но я не думаю, что много есть таких людей, которые настолько хотят бездумно гонять на своем автомобиле такого класса, превращая его там в трековый корч. Но все-таки для этого есть совершенно другие машины. Вот. Так что, ребята, Evolute iJet мне понравился, и я уверен, он понравится вам. Пишите свое мнение про этот автомобиль в комментариях, задавайте вопросы, давайте обсудим. Спасибо, что смотрели. До новых встреч!